Дорогие друзья, всем огромный привет, вы на канале Vitaly Plays, и сегодня я расскажу вам, можно ли будет получить нового персонажа Анну бесплатно, также расскажу, как можно будет получить 600 UC абсолютно бесплатно, футболку Ливерпуля, рюкзак Ливерпуля и много-много другой годной халявы. Поехали! Дружище, как ты знаешь, совсем-совсем скоро у нас выходит новый, пятый уже персонаж под именем Анна. И он будет вторым женским персонажем в игре. Об этой теме я и хотел бы поговорить с тобой в сегодняшнем ролике. Как ты знаешь, я уже делал видос на то, как будет выглядеть Анна. И в принципе, информация подтвердилась. Анна будет выглядеть, ребят, именно вот так, как вы сейчас видите на скрине. Перед началом ролика хотел бы сказать огромнейшее спасибо всем за 252 тысячи подписчиков на канале. Естественно, цель остается неизменной. До нового года набить 300 тысяч подписчиков на канале. Я думаю, мы с вами сделаем это на изи. И если ты не подписан на канал, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк данному ролику и в колокольчике включай все уведомления, чтобы быть в курсе всех самых свежих и новых новостей из мира PUBG и PUBG Estate. Об этом сказал. Также, друзья, как всегда, по традиции в видосах с халявой, и этот видос не является исключением, халява это, ну, в будущем, так сказать. Розыгрыш Royal Pass от меня, все, что нужно сделать, поставить лайк данному ролику, быть подписанным на канал, и в комментах написать, вот, например, какой ваш любимый персонаж и почему. Давайте зайдем в мастерскую, персонажи. Просто в комментах напиши там Энди топ, потому что, либо же Карло топ, потому что Сара топ, потому что, либо же Виктор, естественно, топ, потому что, и укажи свою идиху. Также в колокольчике включи все уведомления, чтобы не пропустить стрим, на котором мы и разыграем Royal Pass. Друзья, и теперь поговорим о новом персонаже по имени Анна. Как вы знаете, в утечках была информация, что она должна была выйти еще 28 числа, но естественно это был фейк и никакой Анны речь идти не могла в то время. Сейчас же быстренько вам покажу то, что в мастерской у нас до сих пор ее нет. Так, персонаж, заходим в мастерская, здесь ее у нас нет, и теперь давайте переместимся на бета-версию игры. Дорогие друзья, небольшая рекламка, и мы продолжаем. Многие из вас спрашивают меня в телеграм-канале, в инстаграме, а также в ютубе: Виталик, что делать, если мой аккаунт кто-то поставил на версию, я не могу в него войти? Так вот, именно поэтому я советую вам подписаться на канал Puma Pubg. Здесь парень рассказывает, как поступить в той или иной ситуации, если ваш аккаунт уже поставили на версию, как снять его с версии, как скинуть пассажира, и также показывает, как снять ту или иную ошибку с аккаунтов. Поэтому не пожалейте своего времени, перейдите на данный канал, подпишитесь на него и передайте ему от меня привет. Я думаю, что информация будет полезна не только новичкам, но и профессионалам, потому что я вижу, как много ребят пишут о том, что их аккаунт так или иначе взломали. Да и здесь куча всяких разных других годных лайфхаков. Передавайте ему привет. Ребят, вот, собственно, мы на бетке, и давайте зайдем сейчас в воркшоп, и мы видим то, что до сих пор у нас нет персонажей, то есть у нас остался, естественно, только Энди, Карло, Сара и Виктор. Но благодаря, по-моему, каналу LuckyMan мы можем увидеть с вами то, что он нашел в файлах игры, утечки именно вот этих вот скринов, которые ты видишь сейчас на экране, то, что новый персонаж будет как раз таки Анна, и будет стоить он 600 UC. Теперь давайте мое предположение небольшое, а потом уже официальная информация от разрабов. Мое предположение было каким? Тем, что как и с Энди, Виктором, Сарой и Карло, нам разрабы будут давать события до выхода самого персонажа, в котором мы сможем получать купоны персонажа. А, собственно, купоны персонажа выглядят вот так. Нам нужно, погнали в основную игру. Купоны персонажа, друзья, кто не знает, выглядят вот таким вот образом. Возможно, кто-то только начинал играть. И опять-таки я их получил, я не помню, за какое событие, но они часто добавляются в игру, эти купоны. Поэтому я точно так же думал, что у нас будет такая же ситуация с Анной, что разрабы сделают какое-то событие, и в том событии мы сможем получать купоны, а потом обменять их на Анну. Это мое предположение. Но сегодня мне попал в руки скрин со всеми событиями. Вы видите сейчас этот скрин на экране, я буду смотреть его на телефоне. Здесь сказано, что с 31.10 по 15.11 нам вернут абсолютно все режимы. Вы видите у себя там вверху в углу. Потом 1 числа 11 нам Кёнинсек добавляют автомобиль, вот этот, рулеточку, саму рулетку добавят нам уже в игру 1 числа. Потом
дневные награды с 9.11 по 22.11 мы с вами сможем, друзья, получить три купона Classic, Дерьмо Кейс и Премиум Кейса, а также постоянный скин на АУК. Вот так вот. Потом, самое интересное, в дату выхода, если New State не поменяется, возможно поменяется, там еще непонятно, в дату выхода New State мы с вами сможем получить 600 UC. И написано, что это лимитированное, временно. Только 11.11 можно получить 600 UC. Не знаю, как это все будет работать. Мне кажется, что, друзья, это не будет на шару. Возможно, будет за пополнение. А возможно, разрабы просто подвинули жопы, потому что выходит у нас PUBG New State. Совпадение? Не думаю. Как раз в дату выхода New State разрабы дарят всем по 600 UC. Такого никогда не было за 3 года игры. Так, это мы пропускаем. Далее мы получаем еще костюмчик. Белый костюм здесь нарисованный, видите? 11.11 по 17.11. Такой костюм я уже забирал. Поэтому, кто знает, разрабы добавят его еще раз, либо же дадут нам другой скин. Далее мы видим, что мы получим бесплатный скин на рюкзак. Сможем получить, выполняя задание, естественно, здесь 100%. 12.11 по 20 в... цветах Ливерпуля, конечно же, футбольного клуба Мо Сала. И также мы получим... Мы получим футболку, но также можно выиграть награду с подписью. Ну и самое интересное, естественно, я оставил на конец видео, то, что 16 числа есть дата. С 16.11 по 19.12 у нас будет возможность получить персонаж Анну в игре. Ну, я думаю, что там будет дольше. Скорее всего, что это событие продлится, в котором мы сможем получать купоны. Естественно, здесь уже сами разрабы пишут о том, что Анна будет бесплатно, только выполняй миссии и получай Анну. Поэтому, ребят, это... я ничего не придумываю. Единственное, что я додумал от себя, это то, что мы будем выполнять миссии. Что не так, что мы зашли, залогинились, Анну держи. Не, мне кажется, что мы будем выполнять миссии, получать купоны, и на те купоны тогда сможем обменять Анну абсолютно бесплатно. Это чисто мое предположение. Свое предположение напиши в комментах. И опять-таки напиши, кто из всех персонажей тебе нравится больше всего и почему. И вот почему разрабы именно в преддверии выхода PUBG New State дарят нам вот такую вот крутую халяву, ребят. Ну, я, честно сказать, я не знаю. Вот таким вот получилось видео. Я надеюсь, оно тебе понравилось. Прожимай лайк, подписывайся на канал, в колокольчике включай все уведомления. Всем пока, ребят.